уже нас зарядили. Каратисты юные. Молодцы. Дайте 5. А, какие мощные. Да. А ты что думал? Ничего, вы сильные ребята, уж точно. Давайте я с удовольствием представлю, кто пришел к нам в гости. Это Александр Деменюк, президент Красноярской региональной общественной спортивной организации Федерации Киокушин Карате. И Иван Шуллер, вице-президент, собственно, той же организации. Доброе утро. Доброе утро. Вот у меня первый вопрос. Мне сразу вот хочется продолжить. Вот Киокушин Кай какой-то вот добавляется. Это разные вещи, да? Киокушин? Ну, разное произношение. Ага. А выглядит это примерно так же? Выглядит это совершенно. Ос, говорят. То есть это все-таки два разных направления, нет, да? Нет, почему? Одно и то же, одно, да? Одно, да. Киокушин, киокушинкай. А вот есть, это карате? Карате. Это карате. А вот чем карате отличается от других видов боевых искусств, единоборств? Чем оно выделяется? Чем выделяется? Ну, наверное, своей, наверное, мощью. Мощью? Да. Вот. Это... Самое жесткое карате, киокушинкай. А в чем это выражается? Самые сильные удары? Основатель карате, Масуда Цуяма, занимался различными видами единоборств и взял самые мощные удары, самое лучшее. И это все объединил и создал свой вид боевых искусств, киокушинкай. Как карате. Предусмотрительно, все, да? Все лучшее собрал, везде понемножку, да, и получается вот так вот самое лучшее и создал. Ну, карате, и вот основатель, это он кто по национальности? Вообще по национальности он кореец. Кореец? Да, но жил, можно сказать, всю свою жизнь в Японии. В Японии. Но там же философия, там же смысл определенно наверняка вкладывается. Ну, тем и отличается киокушинкай карате, что там традиции, этикет, вот, это уважение старшим, воздерживаться от насилия. То есть в целом эти мощные удары, философия говорит о том, что лучше не применять, если такой необходимости нет. Нет, ну карате, оно как бы образованное, знаете, это прежде всего, наверное, направлено на воспитание, вот, на уважение друг к другу, а потом уже и все остальное. И карате изучает не для того, чтобы его применять, да, а как для самообороны, ну и для развития как физически, духовно человека. Но по поводу дисциплины. Смотри, как стоят, а? Да, держат стойку. У нас сейчас Руслан будет пробовать тоже что-то повторять из этого направления спорта. Но прежде чем это начать делать, я предлагаю тебе выучить пару слов. Вот я слышала все команд, это время «Ос», да? «Киа». Да, что это значит? Обязательно ли это говорить? И какие фразы нужно? «Ос», ну, изначально «Ос» применялось во многих видах единоборств в Японии. Также и в дзюдо, когда они заходят на татами. Татами. Делают, да, поклон, там говорят «Ос». Это знак уважения, либо обращение, как бы такое значимое слово, ну, во многих смыслах. А можно у Ивана, а у вас черный пояс, это что-то значит? Черный пояс, первый дан. Первый дан? Да, мастер. Это значит, вы давно занимаетесь, да? Ну, будет уже 16 лет. 16 лет. А вот есть какая-то самая, не знаю, самая сложная, что вы за 16 лет все пытались освоить и наконец-то освоили какой-то удар или что принесло вам вот киокушин? Я думаю, правильно будет. Самое сложное – это борьба с самим собой. С самим собой. Каждый день. Это самое сложное. Философский ответ, хорошо. Это мудро. А что еще, какую-нибудь фразу мы хотим выучить? Вот про ОС поговорили, какую-нибудь еще такую, чтобы мы похвастались перед друзьями потом. Сказали, что я приду к друзьям к своим, скажу. Хаджиме. Хаджиме? Что Хаджиме. Хаджиме. В бой. В бой. Да, ну что, ребята, давайте в бой. Хаджиме. Давайте, как мы можем побиться с ребятами? Научите меня чего-нибудь. Так, давайте в пары встали, разбираемся по парам. Я буду бегом, повторять, мальчики, да? С я мальчиками, девочки, с девочками. Так. Я просто... Вот. Я с Иваном. А мы можем... Да, с Иваном. Сейчас связочку отрабатываем с вами. Да, я покажу, потом будем делать. Ко мне повернулись лицом. Выполняем два прямых. А он не сопротивляется, то есть можно его бить, да? Да, поменяли стоечку и с другой стоечки. Два прямых, лоу-кик. Вот. Все, что встали. Вы сказали, когда ногами лоу-кик. Били? Лоу-кик. Лоу-кик. Да, удар лоу-кик. Да. Так, я начну. А вы бе... Да я потом не смогу продолжить. Держись. Просто стоять. Подсчет делаем. Просто стоять. Ич. По другой ноге? Я хочу... Теперь я? А мне с какой ноги? Меняете стоечку. Вот так? Да. Оя. Задняя. Оя. Задняя. Передняя.
ты, так. Руслан, тебя немного не видно, давай, чтобы телезрители, да, да, видели. Мы переместимся. Так, а можно боком? Так, мы, наверное, встанем, чтобы тут вот обзор был. Так, я вот этой рукой. Задняя? Задняя. Это задняя, это передняя? Оя. 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 Окей. Окей. А, ну куда? Все. Отлично. Все. Так, меняем стойку. Так, теперь вы? Нет, теперь так же выработал. А, теперь с этой. Все то же самое. Правая рука. Все, мощно. Моя очередь. А дети вы повторяли? Так, я не видел. Так, ну-ка делаем. Ич. Окей. Меняем. Ни. Сан. Все, круто. Ямы. И удачи. Девочки, да, тоже занимаются, и мальчики, так все ходят посмотри, на карате. Они даже и не уступают. Давайте встанем опять так, как вы стояли до этого. Я хочу вам один вопрос задать. Вот скажите, давай тебя спрошу. Скажи, вот ты ходишь на карате, занимаешься. Что тебе это дает? Почему ты продолжаешь ходить? Ну, мне дает это первая дисциплину. Ты сам хочешь, да, быть дисциплинированным? Да. А еще что? Умничка. Ну, силу дает, дух, ну, все такое. Mm-hmm. Да. Так, а у девчонок, ну, давай тебя спросим, а ты зачем ходишь на карате? Мне тоже нравится самодисциплина, что... А, тоже нравится? Или папа что? Заставляет просто? Нет, мне нравится самой так, да. ходить. Или мама просто заставляет? Нет, я хожу. Ты сама ходишь, да? Да. И сколько уже занимаешься? День, два, три, год? Нет. Третий год. Ты 3 года уже занимаешься? Да. Круто. А у нас там что-то лежит вот за вами, Александр. Это да, что такое? Для тебя. Доски это... будем ломать, доски? Об тебя. Ломаешь. Об меня? Об, как будем? Головой? Ты сказал головой? Нет, руками. Нет, руками. Пошутил. Молодец. Да он вообще, нет. посмотри, какой да. умничка. А ты сколько ходишь сам-то, знаешь? Да, на карате? 2 года. Ты 2 года уже занимаешься? Каждый день занимаешься? Да, да. Серега, ничего себе, каждый день. Так, что делать с досками, Иван? А, у нас есть философия киокушина, там еще вари. Это разбивание твердых предметов. Кирпичи, доски. Доски, лед. Лед, точно. Есть и такое. Вот сегодня мы хотим продемонстрировать, как у нас дети умеют разбивать твердый предмет. Так, я с удовольствием бы посмотрел на это, что нужно для этого. Самое главное здесь это настроить весь свой, всю свою энергию в один удар. И самое главное не бояться. Не бояться доски. Да. Она не ответит. Хотя были случаи, да? Итак. Арзу. На вашей гирджудам попробуем с ней. Примесь. Самое главное, это кияй. Кияй? Кияй. Не кия, а кияй. Да. Громкая кия, как и сильный кияй. Удар мощный. Кияй. Она же отлетает сейчас, да, куда-то? Нет? Нет? Сейчас щепки полетят. Какая у нее маленькая ножка, и как она это сделала? Покажи ногу, покажи ногу. Нормально, не пострадала? Не больно? Нет. Не больно тебе? Вы можете попробовать тоже. Руслан, давай. Да. Ну, раз ей не больно было, значит, да, мне не нормально. Даже девочка маленькая справилась. Опыт тренировок уже. А ты сколько занимаешься? 3 года. 3 года. Я один. Давайте попробуем. Я готов. Один день. Одну минуту занимаюсь. А вы как ломать будете? Как? Ски. А, не знаю, как скажете. Как нужно. Сенсей поддержит. Давайте. Так. А вы будете тогда комментировать? Я предлагаю выйти в самый центр, чтобы можно было видно, как много лучше. Ош. Я же. Ос. Так. Все, да. Бьем четко. Вот они, двумя фалангами. А куда нужно? В центр? В центр. Тут крестиков нет просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Самое главное сосредоточиться. Что надо в конце? В конце надо. В конце говорите. Кия! Вот это да, Руслан! Ну ты сегодня превзошел меня прям. Да? А? Я вырежу потом это, буду показывать всем. Ну что, давайте красиво как-нибудь встанем в финале нашей программы и всем скажем... Ближе, давайте поближе к центру. И скажем, давайте все дружно, кияй и что мы можем сделать? Ногой, рукой давайте что-нибудь. Мы сделаем
Кия. Приготовились. 3, 2, 1. Кия! Кия!